Вот как-то так. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо. Минутка рекламы. На этом курсе еще места для мальчиков. Девочек уже много. Вот. Но мы готовы рассмотреть всегда предложение. И мы надеемся, что в сентябре у нас откроется полноценный уже курс. Так что, кому стало интересно, кто заинтересовался, welcome, мы будем вам рады. Следующий номер. Снова школа танцев в Тейлах. Вам представят сразу две группы. Наша средняя группа и младшая группа. То есть для кого-то это дебют, для кого-то это уже не первое выступление. Да. И тут есть история. Озорная фейри или тайна одного музея. Секундочку. Маленькая техническая пауза. В этом зале нашего музея мы видим скульптуру, обнаруженную при раскопках в Ирландии при довольно любопытных обстоятельствах. Официально она называется «Девушка из Лимерика», но в народе ее прозвали «Озорная Фейри». Это связано с тем, что, несмотря на довольно обычный вид, простая девчушка, уставшая и пришедшая отдохнуть, с скульптурой связано множество курьезных слухов. Так, посетители музея отмечают, что после осмотра скульптуры испытывали беспричинную радость и одновременно приступы усталости. Кроме того, иногда люди теряют в зале мелкие вещи, которые, тем не менее, неизменно обнаруживают через какое-то время. Люди утверждают, что вещи после этого выглядят так, будто с ними кто-то играл. Разумеется, это никак не связано с...
Итак, продолжаем экскурсию по нашему музею. Следующий экспонат. Давайте, не долбимся, продолжаем остальное внимание. Следующий. Так, это что такое? Ну, на поклон, на поклон, на поклон. Поклон. Серега Александра Гусева. Сцепление спряталось и смотрит сверху.